Привет, мы в клубе «Воздух». Не подумайте, что мы записываем клип от того, что мне развивается волосы под кондиционером. Сегодня в «Воздухе» крутая вечеринка с Федором Фоминым. Приехали Бандера, Смаранди, Радио Киллер, Егор Сестарев, пицца и вообще набилась куча людей, которые жаждут шоу, жаждут представления. Мы покажем вам интервью со всеми классными чуваками. Смотри «Геометрия ТВ». Меня зовут Екатерина Мамедова. Дороги, как ваше настроение, самочувствие, силы? Гарик, расскажи, как ты любишь группу? Основная часть нашего коллектива приехала раньше, успела отоспаться в гостинице, Наталья только прилетела. Поэтому, наверное, Наталью и спросим, как ты себя чувствуешь? Да замечательно, Гарик. Мы бодры, веселы, хотим петь песни, радовать народ. И мы всегда в таком состоянии, в 3 часа ночи, в 5 утра. Да. Эй, по статистике удивительно, то есть вот недавно проводили небольшое исследование сами, да, то есть самым популярным, самым ротируемым треком стал «Адьос». Удивительно для нас, то есть в наших широтах не очень понимают рагетон как таковой, да, то есть есть какая-то прослойка людей, которые врубаются в такие ритмы, да, а «Адьос» — это чистый рагетон, поэтому нам очень приятно. Не грусти, амиго, не скучай, не верь, не обещай, не говори прощай. Все лето в студии. Сам все пишешь, продумываешь. Я сам все пишу и сам все исполняю. Сегодня было тепло, классно, танцевали люди, было жарко, вообще отличная пати. Федя Фомин пригласил, вот. Феде вообще респект, он прям делает очень крутое дело. Это чувак, который прям поддерживает молодых, в том числе вот меня, и крутит их. И вообще он, в принципе, крутой чувак. Это Егор Сесарев, он будет открывать мероприятие наше. Со мной приехали группа «Бандерас» и «Пицца». Мы играем в паровозики, смотрим мультики и гоняем нашего кота. И даже плавают, да. Дорогая геометрия, поздравляю вас с днем рождения. 10 лет – это уже большой срок для того, чтобы стать взрослыми.